Клянусь кромом, нас послали неверной дорогой. Здесь нет никаких пирамид Сета. Посмотрим, что скажут нам люди из того каравана. Разбойники! Но пошел! Не стреляйте! Мы не разбойники! Я знаю тебя. Ты тот, кто освободил коней. Значит, ты был на рынке в Кемерии? Да. Я купил у твоего отца звездный металл. Я Расканг. К твоим услугам. У тебя есть звездный металл? Где? Я готов выкупить его. Это подарок для моего племянника Фалкинара. Он там, в Кусане. И будет рад принять нас. Сокол! Мидл хочет летать, как сокол! Это не сокол! Виндфэнг! Конан, тебе неведом страх! Конан! Врагов повергнет в прах все земли и моря. Ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан – самый могущественный воин из всех когда-либо живших на Земле. Его цель – разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед! Конан, тебя судьба ведет! Все земли и моря ты обошел не зря. Встает победы заря! Приключения Конана Варвара. Гнездо Виндфэнга. Трус! Спускайся на землю и дерись! Глупцы, я с легкостью разделаюсь с вами, моими врагами! Мьюта орум вакаши орус инверте! Рега орум! Ты мне надоел, колдун! Грейвулф! Пошла вон, мерзкая птица! Острый коготь нашел врага. Быстрее, принеси мне ветряную мантию. Отец ветер, наполни мои крылья. Я все равно доберусь до тебя. Он жив, но... Нидл должен помочь птице-воину! Нидл, вернись! Плохое крылатое существо! Наконец-то тебе хватило мужества сразиться со мной! Ползучий червь, я разотру тебя в порошок! Что это меня ужалило, а? Я видел тебя раньше, но никогда так близко. А я никогда больше не хочу видеть тебя так близко. Нет! Отойди от нее! Нет!
Винфэнг, ты решил брать заложников? Отпусти женщину или навсегда покинешь небеса. Она моя! Незнакомец, берегись! Ага! Феникс? Острый коготь, возвращайся в Кусан и приведи помощь. Хотел ударить тебя так сильно. Иногда я забываю о своей силе. Нет, не убегай! Глупая, ты не можешь убежать отсюда. Отпусти меня, крылатый монстр, слуга Ратамона. Когда же прибудет большой змей, чтобы повеселиться? Возможно, никогда. Жасмин. Ты еще не должен двигаться, высокочтимый гость. Мой меч, ты... Да, я служу Ратамону. Я служу Ратамону, и я пошлю ему твою голову. Тебя ничто не спасет. Теперь ты в моей власти. Ты сильно ошибаешься. Я Конан, а ты должна быть Фалкинар. Твой скромный слуга. Прошу простить меня за это недоразумение. Я думал, что отправил в другое измерение всех слуг Ратамона. Я пришел в надежде вернуть звездный металл, который Раскан купил у моего отца. Но сейчас я вижу, что он в хороших руках. Твое доверие оказывает мне честь. Сейчас главное спасти Жасмин и найти моего друга Грейвулфа. А где Нидал? Мой... А, маленький Феникс. Следуй за мной, если хочешь узнать ответы. Какую игру ты затеял со мной? Почему ты так смотришь на меня? Тебе холодно. Я больше не чувствую холода. Это согреет тебя. Почему ты меня принес сюда, если не собираешься отдавать Ратамону? Винфэнг, ответь мне! Оставайся там и не издавай ни звука. Винфэнг, почему ты не носишь свою сбрую? Я сделал ее для того, чтобы иметь возможность в любое время связаться с тобой. В чем дело? Меня не было на месте. Чего ты хочешь? Не испытывай моего терпения, Винфэнг. Мой шпион в Кусане сообщил, что Конан и Грейвулф там. Это был его последний отчет. Должно быть, его раскрыли. Ты должен узнать, что Конан делает в Кусане. Я не могу приближаться к Кусану. У них там зоркие лучники и острые стрелы. И соколы научены атаковать меня. Понятно, хорошо. Но не теряй бдительности и сообщай обо всем, что узнаешь. Его поведение кажется мне подозрительным. Поэтому ты отправишься в гнездо Винфэнга и доложишь, что он там делает. Выполняй! Господин, я боюсь высоты. Тогда надейся, что ветряной дух не уронит тебя. Отнеси его в гнездо Винфэнга. И
И постарайся, чтобы Виндфэнг не увидел тебя! Он поправится. Его тюрбан смягчил удар. Но мы пока не хотим будить его. Идем. Ах, по крайней мере, я знаю, что ты и Миша охраняете его. Гранат, высокочтимый Феникс. А-а-а! Мне нравится здесь. Ты хорошо содержишь своих соколов. Я не хозяин острова Когтя. Мы с ним равны. Я 47-й сокольничий Кусана. Во времена моего деда Виндфэнг стал нашим врагом. Там, в горах ночи, находится его гнездо. Его защищают ветры, холодные, как замерзший клинок, и острые камни, на которые не может забраться ни один человек. Тогда одолжи мне свою волшебную мантию. Я не могу оставить Жизмин с этим чудовищем. Я очень сожалею, но ветряная мантия подчиняется лишь тому, кто принадлежит клану Расса. Но если ты действительно желаешь летать, я исполню твое желание. Что это за место? Мое гнездо, мое убежище. Я прилетаю сюда, чтобы побыть одному и вспомнить. Вспомнить что? Когда-то эти доспехи были мои. Но они малы тебе. Почему? Я носил их тогда, когда был другим. Когда-то я был человеком по имени Вентурис. Я был генералом в Коте, могущественным, знаменитым, богатым. Я служил королю Барасу. Этого не может быть. Король Барас из Кота умер более 100 лет назад. Да, я служил королю Барасу. И однажды король послал меня завоевать Стигию. Да, Жизмин, король Барас приказал мне захватить Стигию. Но ни я, ни мои люди не были готовы к колдовским проделкам Ратамона. Его заклинания заставили мою армию с криками вернуться в Кот. Я сражался до конца, но был взят в плен и доставлен стигийскому колдуну. Многие недели он проводил надо мной страшные колдовские опыты. И когда он закончил, Вентурис перестал существовать. Вместо него появилось существо, которое Ратамон назвал Виндфэнгом. Виндфэнгом. Мне очень жаль. Фолкинар, я падаю! Ты больше не можешь парить в воздухе. Садись на снег! Я разобьюсь! Нидл говорил, рожденный варваром летать не сможет. Конан, ты не ранен? Мне приходилось падать и похуже. Что дальше? Карабкаемся наверх? Да. Я должен вызвать Виндфэнга на бой, пока ты будешь спасать Жизмин. При таком ветре это очень рискованно, друг мой. Я должен попробовать. Если я упаду, ты не должен допустить, чтобы ветряная мантия попала в лапы врага. Верни ее моему клану. Они будут очень благодарны тебе, Конан! Спасибо! А как же Нидл? Здесь холодно. Найди Жизмин, предупреди ее, что я иду. Постарайся, чтобы Виндфэнг не заметил тебя. О, Нидл сделает это! Ай! Ай! Помогите! Острый коготь, помоги Фениксу! Ай! Нидл спасен? Нидл благодарит птицу воина, а? Ой! Я не догадывалась об этом. Я знаю, что Ратамон жесток, но это... превратить человека в... Но почему ты принес меня сюда? Это леди Мирим. Она немного похожа на меня.
Она должна была стать моей женой. После того, как Ратамон изменил меня, я вернулся к Мирим. Она увидела лишь монстра. Она не смогла вынести моего вида, моего ледяного прикосновения. Долгое время я летал, охваченный безумием, не зная, где нахожусь и что делаю. Потом я построил это гнездо и заполнил его воспоминаниями о прошлом. Но Ратамон нашел меня. Он пообещал, что однажды снова сделает меня человеком, если я буду верно служить ему. Теперь ты мой! А, какая грустная история! Да, настоящая трагедия! Змея! Птица! Ой! Надеть это! Нет, я не Мирим! Ты будешь делать то, что я говорю! Пожалуйста, выслушай меня! Ратамон никогда не вернет тебе человеческий облик. Но, возможно, мой друг Грейвулф... Винфэнг! Фалкенар! Постой! Прочь! Винфэнг, я вызываю тебя на бой! Сразись со мной, слуга Ратамона! Только глупец мог вызвать меня на бой здесь, где только я один способен управлять горными ветрами. Острый коготь, тащи его вниз! Звездная девушка, помоги мне! Нидл, я иду к тебе! Нидлу нужна помощь! Ай! Проклятая змея! Ратамон, здесь Винфэнг и Жизмин. Как он посмел прятаться от меня? Я лечу к вам. Лучше не трогай меня, иначе Ратамон! Звездная девушка спасла меня. Нидл любит звездную девушку. Жизмин, ты в порядке? Конан, Ратамон знает, что я здесь. Уходим. Подожди, я должна забрать свои звезды. Вернитесь ко мне. Вернитесь! Теперь можем уходить. Острый коготь! Наконец-то я освобожусь от тебя! Ой, у человека-птицы большие неприятности! Надо отвлечь Винфэнга! Оставайся здесь! Винфэнг! Ты навсегда останешься монстром! Почему ты решил, что сможешь снова стать человеком? Попрощайся со своим драгоценным прошлым! Пропало! Все, что у меня было, пропало! Все исчезло! Разбито! Прости меня! Жизмин, выходи! Тебе не спрятаться! Быстрее, Конан! Почему? Почему ты так поступила со мной? Сюда летит Ратамон. Я должна была убежать. Он заберет меня в свою темницу, Вентурис. Пожалуйста, отпусти меня. Отпусти ее, монстр. Я пришел, как только смог, Жизмин. Я не позволю ему забрать тебя. Я тоже не позволю.
Ты готов сразиться со всеми нами, Винфэнг? Это Ротамон. Прощай, Жезмин! Прощай, Вентурис! Быстрее! Мы должны уходить, пока здесь не появился Ротамон! Саванти Хорас! Это гнездо символизирует все, что ты должен забыть! Потому что из-за этих вещей ты готов был предать меня! Господин, вы здесь, наконец! Отныне ты безоговорочно будешь служить мне! И не подведи меня! Или никогда тебе не стать человеком! Да, господин!